Здрасте, Ульяна катается. Ты что, там веточки нюхаешь, так раскачалась? Да нет. Ты что тут, книжку читаешь? Все уже. Молодец. Ванька, ты что делаешь? Котлету ешь? Да. Ну вообще. Так, здесь кто что делает? Тут дождь делают. Дождь делаете? Мы делаем дождь, мы смотрим радугу. Смотрите, какая у нас радуга. Мы не видим. Нам не видно радугу. Не видно. Ну-ка, смотрите. А, вот это вам видно. А вам? А, вот с этого ракурса видно. А вот так! А вон радуга, ага. Поливаем картошку. Поливаем капусту. Капусту уже поливают часа полтора. Картошка уже вон какая. С этой стороны еще не поливала, только переходим. С этой, Ванечка, снимай, тут мокрая. Ванчики, помогай. А здесь попозже туда сажали. Она уже догнала. Да, картошка, ботва хорошая уже. Вон, смотрите, друзья. Уже спелая ягодка тоже есть. Все. Так много ее. Это айва, смотрите, улитка куда залезла. Так, помощники, вы мокрые уже, нет? Нет. У меня только голова чуть-чуть. У меня вообще мокрая. У меня костюм не мокрый. Они со мной уже целый час поливают. Там солнышко было, а здесь уже все. Мы начали поливать, еще жарко было. Мы шланг укладывали так в рядки. И поливали. Я хочу капусту, рано начала. Хочу капусту сейчас. Там у меня вон в том сером банке, в том банке коровяк настаивается. Хорошая штука. Вот такая. Сейчас капусту буду подкармливать. Корни промочила. Капуста. А, на нас брызгают. Картошка растет хорошо, но это потому, что мы ее поливаем очень хорошо. Главное, чтобы не только ботва была хорошая, главное, чтобы корешок был хороший. Да, главное, чтобы были эти клубни. Очень холодно. Чеснок, друзья, который я сажал. Вот они, наши герои. Yes. Вот они. Папа, а сходи, посмотри, покажи, как цыплятам, гусятам отгородили. Да, пойдем. Девчонки, сходите с папой. Yes. Ну-ка, давайте, покажите мне гусята. Я же не знаю, где утята, гусята. Побежали. А, вот где им отгородили. Они теперь со стайки вон там выходят. Да ладно. И вот они кушают здесь, да? Они прикольные. Ну, бегают как. Ну, носятся. Травку уже кушают вон. Ну, кто смелый? Ага. Алло, да, привет! Привет, я тебя. Я знаю. Привет. Вон тут уже тоже вот чернослив зеленый еще висит. Вот сколько его тут. Ну, дети наблюдают за природой. Ой. У меня здесь посажены подсолнухи, уже всходить начали. И кукуруза. Кукуруза уже хорошая. Солнце слепит, я ничего не вижу. Солнце в глаза солнышко слепит. Слепит. Расти картошка.
петрушечка большая-пребольшая. А обычно говорят, расти большая и маленькая. Нет, а мы говорим, расти большая, маленькая не надо. Расти, расти, расти. Ой, как красиво на солнышке. А тебе видно, да? Да. Это надо вот так к тебе подходить. Ага, смотри, откуда так красиво. А, вон о, радуга. Не, не радуга, а капельки. Ага. Ну, не знаю, камера передаст мне это, наверное. Смотри, как красиво. Такой эффект поливания, как будто бы дождем. Конечно, дождичек есть, дождичек. Поливаем каждый день, но дождичек прошел маленький, капустка силы набрала. Васька наша. Сразу. Ну, картошка, конечно, хорошая, ботва стоит. Посмотрим. За счет поливки. Я вчера с 5 часов вечера до без 15:07 поливала. Сегодня вертушку надо. У нас в Селенгинске была вертушка. Мы вот так ставили, она вот так поливала. Надо ставить. Много времени. Сегодня с утра встала, давай сад поливать. Под каждый виноград, под все. Минут на 15, на 20 ложила шланг. Положу его, он поливает, поливает. Персики, абрикосы, сливы. Черешню покушала, у нас тоже уже там спеть начала. Вот тут у меня бак, здесь и чеснок, все было. Сейчас сено уложила сюда, 90 литров. Бак такой, надо ему, кстати, он что-то криво встал. И сено сейчас уложила и залу. Покажи больше вот сюда. Сено и зала у меня тут. А для чего это? А поливать, подкармливать, доча. А, это корм? Хорошо, подкормка для растений, да. То есть вот травка вообще, если травку замачивать, вообще хорошо. Сейчас начну капусту подкармливать, а потом туда пойду розы поливать еще. А у нас розы красивые. Ну, конечно. Ой, Никитка, иди помогай, сынок. Только не мочить, держи Леечку, давай. Пока ложим, пусть текет. Положим, пусть текет. А сами сюда ставим. И вот тут у меня, ой, какая тут дефицитная штука. Ой. Коровичок душистый. Тут мне не нравится. Не нравится? Доченька, да капустка от него знаешь какая будет. О, ты даже не представляешь. Красавица будет. Ульяне не нравится запах коровика. Я говорю, ты не представляешь, капустка от него какая будет. О. Подкормим чуть-чуть. Я до этого пролила капусту, а потом только картошку стала поливать. Капусточка у меня пролита хорошо. Прям шланг сюда положу и минут 5 держу. 10 даже. О! О! Хорошо, зальем прям. О. О. И картошечки достается семен чуть-чуть. И капустки. Подходи, а то я обрызгаю. Ага. Фу,
Ой, какая красота. Посмотри, какая сюда вот капустка, красавица. Так вот, красоточка. Никита, вы сейчас на ту сходите? Что? Смотри, как я поливаю. Иди сюда. Смотри, как, сынок. Здесь вот кто-то сломал веточку. Под кустик, не на листике. Видишь? Сейчас две лейки берете и туда Рому зови. Смотри, как поливаю. Сначала оп. Две лейки. Ну, на те кусты вылить две лейки. Вот так вот, под корень, хорошо? Угу. Давай, пошли. О. Нанеси, сынок, туда, на ту капустку. Все, золото спрячем. Золото надо спрятать. Ой. А когда мы уже картошку получим? Когда мы когда будем? Кушать будем. Вот она сейчас зацветет, отцветет, а потом мы проверять будем. Понятно. Рома! А где же ты, сынок? Помощник-то второй. Никитка никуда не ушел, а Ром куда-то убежал. Так выливай, чтобы две леечки. То есть не экономь, я коровика немного положила. Вот так мы сегодня... Вот так мы каждый день поливаем. Просто коровичком не каждый день обрабатываем. Сынок, вот еще лейка. А мне кажется, ты бы вот тут по траве обходил, тебе бы лучше было. Куда же? Где же Рома? Где же ты, Рома? Где же ты был, сыночек? Мы так тебя звали. Там был. А что же ты там делал? Пошли, сынок. Пока сейчас Никита польет, я дождусь, еще налью две лейки, чтобы тепленькие были. Для теплички, для парничка, для огурчиков на завтра тепленькие, чтобы нагрелись. Если мне не позвали, я бы там бы сидел. Еще бы сидел? Да, я не сидел, я не колечко сидел. Да, ты что, мы тебя уже целый час зовем. Нет, там была еще девочка такая, да, и там следил очень классно. И ты исследовал, смотри, доча радуга опять. Вау. Надо сзади меня встать. Хорошо. Чтоб видно было, смотри, какая большая. Видишь? Да. Все, сынок, да? Давайте, сейчас здесь польем и пойдем на розы. Никита, ну давай я лейки наливаю, ты пойдешь в горшках поливать, да? Да. А Рома меня тащит туда. Обратно? Да. Обратно, дай его тащить. Никитка горшки поливает. Так вот у меня уменьшается шланг. Смотрите, вообще так. Сильно вон тот тоже не забудь цветочек. Сильно не утаскивай, Ром. Я же еще на ту сторону, на пионы пойду туда. Набрали. То есть ухаживаем, ухаживаем за ними, ухаживаем, ухаживаем. Пока не убирай полностью, сына. Ой, да, это со шланга я полью.
Да, Моника тут понагрызла. Да, я знаю, я туда иду. Моника понагрызла орехов. Орехов понагрызла. Посадила вот тут, смотрите, цветочки. Любят тень. Хочу такими цветочками попробовать здесь все засадить. Близонька, покажи, пожалуйста. Ага. Угу. Покажи, дочь. Вот такие цветочки. Да. Вот да. Этот цветочек сейчас. Вот этот. Такие цветочки. Красивые. Мне вот этот больше нравится. Вот. Чувствуй, дочь, я сейчас здесь буду поливать. Угу. Я просто отхожу, чтобы хорошо доставать. Качелька скучает. Нет, скоро я на ней сяду. Яна, тут гвоздик подними, пожалуйста. Хорошо. Где он? Бим-бим-бим-бим. Красивый, красивый. Лето, прекрасная пора. Поили, подкормили. Все вместе, все кто что делал. Парни ходили белить сегодня. Я думаю, каждый может похвастаться такими делами. Вечер, дети, кто то что делает. Ваня маленький. Как обычно, курочек мучает. Печеньки из дома взял и кормит их. Угу. На водопой пришли все.